Государственной регистрации брака, позвольте спросить вас, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным, искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Вас, невеста. Да. Ваши аплодисменты. Объявляю вас мужем и женой. Согласите друг друга. Обручальное кольцо – символ любви и верности. Пожалуйста, прошу вас, обменяйтесь ими. Позвольте поздравить вас и торжественно вручить вам ваш первый семейный документ. Разрешите вручить мужу, так как он глава семьи. Я поздравляю вас с рождением новой семьи. Приглашаю гостей, поздравьте новую супружескую пару. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие наши уважаемые гости, дорогие друзья, дамы и господа. Әлемге той деп бүгін жар саламыз. Қонақтарды құрметпен қарсы аламыз. Түрлетіндер, достарым, түрлетіндер. Сіздер үшін бүгін біз ән саламыз. Жетісу, Сарыарқам, Асқар тауым, және бүгін тастадың дастарханын, дүниенің төрт бұрышының бір елсін. Бәрін де алдында бас тартамын. Құрметті ағайын, қазір хошеметпен, ортамызға, Ромаспен, Жаннан қарсаңыздар, шақыруға рұқсат етіңіздер. Дорогие наши уважаемые гости, давайте стоя поприветствуем наших молодых. Ваши аплодисменты, Ромас и Жанна на их почетное место. Спасибо. Пожалуйста, присаживаемся. Свадьба. Какое это слово? Это праздник, это торжество. Это день, когда друзей так много, в душе так радостно, светло. Дорогие наши уважаемые Ромас и Жанна, сегодня поздравить вас с вашим замечательным торжеством, с вашим замечательным бракосочетанием. Пришли к вам самые-самые близкие вам люди, друзья. Родственники, коллеги, сегодня на этом замечательном торжестве я попрошу вас, чтобы у вас были теплые, хорошие, красивые аплодисменты. Чтобы сегодня, что у вас есть на душе, вы не жалеете слов. Пожалуйста, говорите, сегодня это замечательная свадьба. Сын великого литовского народа взял жены, дочь великого казахского народа. И эта свадьба совпала с замечательным днем, замечательным праздником Наурыз. Праздник Наурыз – это праздник солнца, это праздник цветов, это праздник, когда вот такой вот большой, красивый танцует шубами, форсаж, печенье. Осталось только полчаса. Музыкальное поздравление лично от меня из репертуары Ларисы Долиной. Погода в доме. Рома, Жанна, будьте счастливы. Пусть в вашем доме будет всегда хорошая погода. За ваш аплодисмент. Thank you.
тағай. Екі жас бақыт болсын, кеу жүзіндік құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. У казахов говорят, сватовство на тысячелетие, а муж на 100 лет. Поэтому я хочу пожелать вам сватовство на тысячелетие. И следующее музыкальное поздравление специально для наших агашек, абашек. Дорогие наши уважаемые гости, давайте мы наполним наши бокалы еще раз. Выпьем за молодых. Пусть они будут счастливы. Пусть они живут долго-долго. Подошло время, но я с вами не прощаюсь. Я просто хочу сказать вам до свидания, до новых встреч. Сегодня было замечательное торжество, красивая свадьба. Сын великого литовского народа взял вот такую прекрасную себе принцессу, дочь великого казанского народа. Я хочу вам сказать, будьте счастливы, любите друг друга. Самое главное – взаимопонимание. Бақтыңдар, құрметті ағай. Бүгін жәйіп жатқан осындай берекелі, мерекелі ақ дастарқандарыңыз тек қана жақсылықпен жайылсын. Той-той қаласын, құрметті ағайын. Күйеу жүз жылдық құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, құрметті ағайын. Тек қана жақсылықпен кездесейік. Благодарю за это. Это был талантливый человек, умеет, знает свое дело. Давайте похлопаем ей. Поблагодарим ее за наш вечер. Здорово, вам огромное спасибо.